Люди одеты в чувашские костюмы. На столах изобилие вкусной еды и традиционно играет веселая музыка. Это фестиваль Кирсари. В Самарском доме дружбы народов праздник проводят каждый год и всегда с размахом. В этом году он стал юбилейным. В фестивале приняли участие около 500 жителей Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа. А также общественные организации, чувашские фольклорные коллективы, представители органов власти и культурной общественности. Это праздник еще и осеннего урожая. И поэтому каждая делегация привозит еще и блюда, приготовленные из тех продуктов, которые были выращены именно в этом году. Кирсари – праздник освящения нового урожая. Фестиваль демонстрирует самобытность национальной культуры, народных традиций и обрядов, сохранение и развитие народного творчества. В концертной программе выступили более 20 творческих коллективов. Каждый приехали со своим угощением, каждый приехали со своими номерами, там танцы, песни народные обязательно, фольклорные в основном, потому что это все-таки наша душа, и мы стараемся соблюдать и сохранять то, что нам дали наши родители, наш народ чувашский. Фестиваль каждый год объединяет сотни людей. Именно здесь передаются культурные традиции от поколения к поколению. Александра Гусева, Василий Колдашов. События.